Ой, ну это концерт на самом деле. Мне муж говорит: слушай, давай мы сейчас пойдем с тобой прогуляемся, сделаем фотосессию. Я тут купальник приготовила. Ну пусть нет солнца, ну так пасмурненько, ну ничего страшного, да? Приготовила юбочку, приготовила кофточку и уже начала одеваться. Смотрю в окно, дождь, дождь. То есть в прогнозе написано, что вот сейчас и до вечера не будет дождя. То есть весь день будет облачно, но дождя не будет. Мы уже билеты купили вчера, думаем, ну ладно, поживем. Но я так понимаю, что мои дорогие читатели и зрители, вы будете смотреть видео из этого дома. То есть все время будет этот дом. Вот у меня тут трюмо. А что я вам могу еще показать? Это я тут спала. Так, значит, мы сегодня тут... Муж тут работал сегодня с 8 утра, у него телефонная конференция была. Он уже пол восьмого подорвался, уже тут сидел, готовился. Так, тут мы белье стирали, вот сушим. Это у нас мусор тут. Сейчас уберу. Вот уже мы тут намусорили сколько. Так, это я посудку помыла, сушится. Это мы пол папайи съели. Вот чуть-чуть осталось. Вот так живем. Газ у нас есть, слава богу, муж подключил. Это вообще было прикольно. То есть он не был подключен. Я говорю: слушай, газ-то не работает. Он говорит: у моей мамы 50 лет назад такая была горелка, я сумею, я сделаю. И сделал, работает. Вот так. В общем, дома тепло, хорошо. Только вот гулять никак не получается. Вон какой дождь. Не остан... Идет, что ли? Идет, идет, к сожалению, идет. Вот. Но если дождик прекратится, я устрою фотосессию. Я готова. На улице написано плюс 20, то есть если дождя не будет, ну плюс 20, что мы все равно можем погулять. Пускай это не будет уже в купальниках, но ну, курточка у меня есть. Куртка, кстати, это как дождевик. У меня есть два даже. Одну я в Японии купила, а одна... Откуда у меня? А, из Мюнхена. Вот, у меня две куртки таких есть, тоненьких. Я их взяла на всякий случай. На случай легкого дождя. Ну вот что-то не дает нам пока возможность это погода гулять. Вот так. Всем привет из острова Флориш.